загорелось. Может, движение. Итак, вся жизнь в движении. На железной дороге видновчанин Владимир Проскурин уже более 40 лет. А начиналось все со срочной службы в армии. 3 года наш герой отслужил на флоте, где работал в машинном отделении. После устроился на свое первое и единственное место – Московский коксогазовый завод. Сразу решил, что будет управлять поездами. Всю жизнь я здесь проработал. В начале, когда в молодые годы, тоже было интересно. Коллектив, мы были молодые, когда нам было 23-25 лет. И так вот постепенно. Каждый день что-то новое. Грузы то туда, то сюда. То привозим, то увозим. Таких верных профессий сотрудников на Москоксе немало. В железнодорожном цехе трудится порядка 100 человек. Перевозят поступающие грузы, транспортируют готовый кокс. Имеют собственные тепловозы. Единовременно на заводе находится более 120 вагонов. Данная профессия очень интересна, потому что она очень разносторонняя, в первую очередь. Человек, приходя на наше предприятие, может начать работу составителем поездов. В дальнейшем будет продвижение, если будет интересно данному сотруднику данная профессия, и уже вырасти вплоть до начальника участка. 6 августа железнодорожники отмечают свой профессиональный праздник. И несмотря на то, что встретят они этот день на рабочих местах, настроение у сотрудников цеха приподнятое. Всех коллег с праздником железнодорожников. Пожелать всегда успехов, чтобы техника не подводила, всегда работала исправно, чтобы была зарплата хорошая. Ну, всех благ. О романтике железной дороги сотрудники цеха задумываются нечасто. Но с радостью вспоминают, почему все же решили посвятить жизнь этой профессии. Юлия Погосян, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.